Парламент Турции одобрил введение чрезвычайного положения на 3 месяца. Причиной такого решения стал неудавшийся военный переворот. Реджеп Тайип Эрдоган признал, что разведка страны сработала очень плохо. По словам президента, теперь власти готовы к новой попытке государственного переворота и намерены сделать все, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации. В кратчайшие сроки вооруженные силы Турции будут реорганизованы, появится новая военная структура. Там будет свежая кровь. Также я считаю, что произошедшее многому нас научило. К сожалению, этот инцидент, очевидно, показывает наличие значительных пробелов и недостатков в нашей разведке. Нет смысла пытаться скрывать или отрицать это. Я сказал это и главе национальной разведки.